Итак, я сейчас покажу, как с помощью простого инструмента собрать батарею алюминиевая, биметаллическая, с помощью втулок. Значит, смотрите, откуда это взялось. Из 10 секций, из двух батарей по 10 секций, клиент захотел 2 по 7 и 1 6. В 2 комнаты по 7 и 1 6. Вот я с каждой 10 снял по 3 и теперь их соединяю вместе. Чтобы соединить вместе, я сначала вот то соединение, которое здесь, поверхность, сначала ее обыкновенным ножом выровнял. Все заусенцы, какие мне не понравились, я снял. Потом вот так вот выровнял. И так все 4 поверхности. Потом подготовил. У меня на канале есть, как изготовить вот такой ключ. Это обыкновенная была раньше рулевая тяга. И просто вырезанные в ней пазы. И все. А с этой стороны я болгаркой шестигранник нарезал, получился на 12, и вот головка на 12. Все. Вот это поставил для того, чтобы когда я кручу, чтобы, ну, центровало и не нарушало. Значит, что нужно? Не нарушало здесь резьбу. Что нужно? Я ставлю на герметик прокладку. Это может быть любой герметик. Силиконовый, полиуретановый. Я поставил анаэробный герметик. Ну, он не дешевый, но он хороший тем, что не застынет, пока не попадет в зазор. На воздухе просто вот в таком виде он так и не застынет. А когда в зазор между металл, к металлу попадет, вот, плотный зазор, только тогда застынет. Не попутайте местами. Здесь одна правая, другая левая. Попробуйте, подходит она или нет. Вот с этой стороны должна быть правая. Не закручивается. Переворачиваем. Ага, закручивается. Все, тогда вытаскиваем. И соединяя две половинки, вставляем в зазор. С этой стороны то же самое. Просматриваем. Ага, это правое, это левое. Потом вы научитесь их различать. Ну, пока просто соединяем две. Упа. Соединяем две. Ну, собственно, и все. Теперь этим ключом попадаем туда. Не знаю, видно вам край или нет. Давайте я тогда немножко, чтобы было видно. Ага. Вот я попадаю. Тут вот первая провалилась. Вторая провалилась. Вот я сюда, чтобы ничего не стукнет. Опа, я попал в третью. Зазор. Раз, попал, все. И теперь я в сторону закручивания, только нужно одновременно обе стороны, чтобы закручивались. Так подгадать, чтобы одновременно начало закручиваться и туда, и сюда. Уравниваем. Вот, вот. И оно начало соединяться. Постепенно. Немного это, немного та, немного это. Вытаскиваем. Вставляем сюда. Попадаю. Оп, попал. Соединяю. И скручиваю. Так, что-то я... левая пошла, а правая идет. Что значит выкрутим? Выкручиваю, потом соединяю обе, чтобы они пошли одновременно и в ту, и в ту, и в ту сторону. Все. И теперь вытаскиваю. Когда их две,
вы можете одновременно сразу две крутить. И если у вас, допустим, ну, большой объем, то вот это вытаскивание из одного в другой будет, ну, слишком много времени занимать. Если вам нужно одну батарею, то никаких проблем с этим не будет. Снова перекос, снова меняем, находим третий. Если что-то там закусило, берем ключ, вставляем и закручиваем. Все. Зажимать нужно крепко, потому что, в принципе, на батарею может ребенок залезть, и не только ребенок, встать на нее ногами. То есть оно должно быть крепко и не потечь. Поэтому обратите на это внимание. Нет, закручивается оно в металл, не в алюминий. Там сталь закручивается, поэтому не переживайте, что вы там что-то сломаете. В общем-то, это весь процесс. Ну, я думаю, что это уже последнее закручивание. Вставляю пластик. Здесь я уже прижал, не затягиваю, пока не прижму с этой стороны. Это очень важно. На перекос нельзя. Оно выровнялось. Все. Теперь я могу, ну вот с таким усилием, вот так. Теперь эту сторону тоже с таким же усилием беру и раз. Все. Батарея собрана. Клей должен высохнуть, ему нужны сутки. В любом случае я его ставлю, пока буду только навешивать, высыхать он будет долго, ну, потому что разводка, все дела, заполняться водой еще будет не скоро. Но в любом случае сутки это для полного затвердевания. А схватится он уже через 2 часа, поэтому тут в принципе первичное схватывание через 2 часа. Все. Кстати, этот анаэробный, он такое имеет свойство, что вот здесь то, что красненькое, здесь я сейчас покажу, оно выдавило, оно так и не засохнет. Никогда. Поэтому тут просто тряпочкой убрать и все. То, что там в зазоре высохнет, а то, что вот так вот снаружи, так и не высохнет, поэтому тряпочкой сняли и все. И в этом ее, собственно, прелесть. И внутри он тоже там не высохнет, нигде не станет какой-то коржом висящим. Он так в жидком состоянии и останется, так и не застынет. Повторяйте, это несложно. Инструмент несложный. За 20 минут можно сделать. В описании будет ссылка, как его сделать. Увидимся на канале.